Хейо, гайс, с вами Жмаки, мы продолжаем проходить игру по названию «Однажды в Хэллоуин». А, да, типа, быстренько запишем, я продолжаю просто записывать той же. Так, фрагмент фрески. Ага. Нужно найти все детали. Это чё, не берется, хорошо. Картина. Черепа. Так, рогатка, херня. Спальня. Хорошо, 93. Грязное стекло, ничего не видно. А, наобум нажимать кнопки, времени нет. Хорошо, что по ящику. Так, какая-то шкатулка, что мы вообще подобрали? Знак уборщицы. Так, это сюда. А как раз сейчас окно с вами уберем. Ага, у нас есть с вами очиститель. Хорошо, это что? Музыкальная шкатулка. У нас что-то есть? Такие у нас есть. У нас только одна и надо было. Да. Не, туда пошли эти страшилища. Опа. Блин, я боюсь, что я вначале не пособирал. Я думал, что типа я смогу вернуться, а оказывается, нихера. И вернуться обратно уже все не могу. Это плохо. Так, стекло, поехали. Чи-чи. 93 у нас код есть. Тряпочка, да? А, 200. Короче, 25, 93. 25. 93. Так, задание выполнено. Войдите в спальню. Так, мне кукла это не нравится. Было ожидаемо, ладно. Меткость. Меткость 100 пудов. Сейчас ускорится. Готово. Достижение без границ. Без границ. 5. Так. 5 мини-игр пройдены без пропусков. Потрясающая проницательность. 3 минуты. Так. 3 мини-игры пройдены без пропусков. И это изи. Джейн, прости меня. Они пообещали, что если я приведу тебя сюда, они меня расскажут. Кто мои родители? Ты ведь тоже сирота, ты же понимаешь. Эта женщина с фамилией Брэнквуд сказала мне, что ты особенная, что ты из рода каких-то всевидящих. Они тебе не тронут. Я... Мне очень жаль. Я подумал, не мог, что все-таки случится. Я больше никогда не буду тебе врать. Нужно выбираться отсюда, но мне связали какие-то волшебной веревкой. Ее можно перерезать только специальным ножом. Они его где-то тут спрятали. Хорошо, нам теперь нужно освободить Джона. Статуэтка, не хватает головы. Так, это, наверное, имеет отношение к тому, что здесь происходит. Семья всевидящих предотвратила проникновение потусторонних в наш мир. Позднее они изобрели магические печати, которые можно открыть только раз в год. Но есть способ ее убрать. Ага. Фу, паутина. Чем бы ее смести? А у нас чего такого нет? Там еще фрагмент солнца какого-то. Так, еще что-то. А, это ясно. Так, там что-то есть. Мумия. Мумия, мумия. Вот, слушайте, я хочу посмотреть коллекцию, альбом. Обидно. Обидно, хлопцы, я все-таки... Да, так что найти все фрагменты нужны, вот, то есть, слушай, картина. Класс. Класс, блядь. Класс, хлопцы, класс. Хотя, может, я здесь ее все еще найду. Кто знает. Так, маска кошака, паук, еще часть фрески. Там фреска.
А, мне нужно еще чем-то открыть. Так, давайте голову кошака пристроим. Это что? Кусок фрески. А что здесь у нас музыкальное... Музыкальное. Погнали к фреске. Раз, два... Если мне... Я же 3 куска нашел. Разве нет? Ладно. Где мы мне раздобыть средства от ржавчины? Пойдет найти ручку. Ручка. Коридоры, там нет текущих заданий. Хорошо. Здесь мне нужен паук. У меня есть и 2 взаимодействующих, я не знаю, как открыть. Так, надо найти воду, вытащить огонь, и так, бла-бла-бла. Хорошо, значит, мне где-то нужно открывашку теперь найти. Тут сложно. Шкаф не открывается. Так, а я ни хера не вижу. Чем бы сместим? Ничем. Так, это походу от ржавчины, да, херь? Подушку взять? Да возьми, вон одеяло, подушка, я не знаю. Ну. Камон. Опа, там тоже можно. Ключик. Совок. Нужно открыть эту дверь, как... Так, какая-нибудь твердая плоская штука прекрасно подошла бы. Ключ. А чего у нас ключ? Ладно, сметем. Да, это ржавчина, я был прав. Туда. Так, это сюда и сюда. Класс. Нужен какой... Ага, вот, как раз ключ. Штопор. Штопор. Давай штопор мы откроем водичку, и эту воду тогда используем на штопора. Фреска 3, тю. Потушили, хорошо. Нужно счистить пепел. Да, ты издеваешься. Так, отлично. Ножик, да, это? Да, ножик, призрачный ножик. Так, фреска. И... Ага, ищем детали. Так, там какое-то сердце. Так, летучая мышь. Раз. Летучая мышь. 2. Тут вообще даже по списку нужно искать. Сердце. А где другое крыло? Крыло еще искать. Хорошо. Вот крыло. Ну, ты даешь сердце? Спасибо. Ух ты, я могу и так даже передвигать. Отлично. Так, крыса, бабочка, котела. Котел. Кошка, кукла, метла, гроб, топор, шляпа, голубь, вилы. Кукла, голубь, гроб, кошка, метла. Ага, тут еще дальше есть. Так, какая-то маска. Тебе? Да. Потому что вилы, они были голубые. Голубые, значит, с чем-то нужно взаимодействовать. А у нас взаимодействовать только можно было с одним. Бабочка. Бабочка. Ну, быстрее не бабочка, а похож на моего этого, на моль. Нам нужен специальный же, алло, уж не сможем. Придется поискать решение получше. Нужно, так, еще подумать, что выгодится для какой-то магии. Так вон, блять, ну нам нужен знак паука. Ух, так, здесь ничего, нужно искать в этой комнате. Стой. Отлично.
Ворон. О, последняя запчасть. Фрагментик. А я думал, все, GG. Как только найду фрагмент, можно будет сложить картинку. Ты сложил картинку. Ясно. Что здесь? Камни у нас только один. Такой музыкальная последняя деталь. И как раз можно собрать шкатулку. О, камень. Камень, камень, камень. Тебя напугать может? Правильно. Время 10. Палки, палки. Действия 10. Действует. Так, что по карте? Тут еще что-то есть. А, не текущих точек. Все. А как отсюда? Все, нашел. Выход, выход. Сюда. Вентиль. Последняя сфера. Вот теперь мы идем туда и ставим сферы. Да, у нас их три. Найс. Чем делать? Ага. А это вот сложно. Ладно. Тут принцип понятен. Принцип понятен. Я в ловушке. Я в ловушке. Ладно, сделаем тогда вот такие действия. Ага. Можно на... Ну, походу правильно я шел. Мне главное не сломать ее. О, все. Да? Сюда. Потом я застряну. Туда, только вниз. А хотя нет. Так. Отлично. А, теперь еще пазлы. Так, ладно, ну эту картинку собрать. Части тыкаю сюда. Лицо, глаз, острие глаза, вот кусочек тыквы, и тут маленькие тыковки. Это немного не похоже. Не, вот она подходит больше стоять. Там еще что ли тыква? Давайте по картинке дальше смотри. Трава, трава, трава. Подсвечник. Теперь давайте по гамме ставить. Так, у нас здесь более ярко и все. Свеча. Когда жарко, у меня психи начинают вести. Жарко, жопа горит. Жопа горит. И там кусок тыквы должен быть. Ага. Вот так, да? Свеченька. Угу.
Мы здесь неправильно. Так. Так, так, вверх. Вверх. Готово. А, ищем детали. Хорошо. Стрела. Корона. Ангел. Гранат. Пони. Лампа. Какая-то так находка паук. Что там у нас? Здесь ничего нового. Фигурки. Я где-то одному да упустил. Клоуна. Жаль. Может найдем. Что я получил? Невероятное чутье. 5 целей в поисках. Так, пройдены без подсказок. Это легко. Скорость звука одна. Так, сцена поиска предметов меньше, чем за минуту. Это изи. Теперь мы возвращаемся. Вводим паукам. И паук. Так, получаем призрачный ножик. Освобождаем Джо. Спасибо тебе. Через дверь идти нельзя. Может попробуем балкон? Я украл вот эту штуковину у тех привидений. Не знаю, вдруг пригодится. Слушай, а может нам сделать веревку и спуститься вниз с балкона? Так, надеюсь, эта штука нам поможет отсюда выбраться. Так, освободите Джо, выполнено. Помогите Джо сбежать. Слушай, Джо, давай, короче, что-то мутить. А что я там еще могу что-то сделать? Солнышко, солнышко, точно. Да, окей. Так, Джо, хватай. Так, значит, Джо, быть другой способ. Смотри, не сдохни. Может, не переживай за меня, я в порядке. А может мы это с ним просто спрыгнем? Ага, значит придется искать другой путь. А, помогите же сбежать, классно. А что у нас осталось? Изолента, штопор и средство от ржавчины. Круто. Круто. Так, снова надо прятаться. А, кровать. А, здесь не спрятаться, потайной ход. Чё? Тут? Да где же тут можно спрятаться-то? Так, решетка у стены. А. Нужно ещё что-то придумать. Шкаф. Я думал, то картина, типа, рамка упавшая. Куда она подевалась? Такой бух-скример, да, будет? Иду лучше подальше. Но я слышу шкатулку. Угу. Я нашел ее. Дай руку. Не бойся. Я хочу тебе помочь. Добрый. Так, времени у нас мало, поэтому слушай внимательно. Загрузка. Я тебя слушаю. Я не такой, как все эти остальные. Я верю в то, что люди и потусторонние могут существовать в мире и согласии. Ты всевидящая, а это значит, что ты можешь закрывать портал между нашими мирами. Он находится в доме Мэри Клэдвуд. Твой друг уже там. Он не мог далеко идти. Ему нужно поторопиться, но будьте осторожны. Дом очень хорошо охраняется. Если сейчас телепортирую тебя, ты окажешься прямо у особняка. Дальше там ты сама разберешься. Так, думаю, у меня все получится, надо снова искать Джо. Ты чё? А?
это просто. Почему я сразу не забежать в этот? А, могу, всё. Особнячок. Так, сырёная тыква, которая, скорее всего, живая. Так, видимо, я нашел тот дом, который надо. Так, вот. Воу, это уже не пугало, это просто страшил какой-то. Мужичок, ты в порядке? Илеха, ты чё, ворон? Так, тыковка, кусок... так, пинцет нужен. Ага. Может чем-то птичку его накормить? А что-то есть? У нас есть только значок тыквы. Значок тыквы. О! О, ведьма. Еще магия, значок. Чтобы открыть багажник, нужен пульт. Хорошо. Так. Крючок. О, звездочка какая-то. Так, бензин. А что ты мне сказала? Так, чем это металл? Так, перерезать. Хорошо. Ты что? Меньшевая деталь. Спрятана. Там тыковки, да, нужно было? Тыковки, тыковки. Так, о, отвертка у меня вот. Отвертка нужна, да? Случаем нет. Дверь закрыта, случай. Так. Сейчас я, естественно, не буду. Значит, будет искать ключ. Был бы у меня шест с крюком, можно было бы... Так, у нас есть крючок, если что. Я ягоды нашел. Ягоды. Чего накормлю? Корзинка. Так, ложках. Хлеб, 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 будешь хлеб? Хлеб, 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 будешь хлеб? Что это? Так, лучше это в голубе не трогать. Что это? Скажи. Защелка. Ну так, ложка. А теперь что делать? Угу. Меч. Так, без защелки. Ага. Нужно, я понял, по нижней части. Так, то и похожие. Да нет, вот это. Так. Нет, нет, да. Так, здесь есть... Готово. Готово. Верхушка. Здесь мне нужна завитушка. Вот эта часть. Готово. Хорошо, теперь у нас можно открыть этот. В смысле? Значит, должен быть друг. Чем бы металл перепилить? А, так у нас там этот. Резак. Дай тогда этим. Нужен пинцет. Пинцет. Стой, веточка, 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 веточка. Отлично. Чок. Теперь окно. Чем бы ее перевязать? И прилепить.
есть изолента у нас была. У нас была изолента. Готово. Вот теперь достанем ключики. Ключики есть. Фрагмент. Даже там краб. Нужно найти какой-то такой же символ. Символ орла. Чем мне дамкрат поможет? Чем мне дамкрат поможет? Что мне делать? Так это что? Чего значит? Мужик, а что мне делать? Кратом не перережешь. А, стой, может тебя? Гараж. Пула нет. Посторонние уже заявились. Так, заявляет обо мне. Турец. Так, у нас осталось 4 минуты. О. Да, верха недостаток, нужно кое-что... Нужно еще поискать. Отвертка, найс. Так, тут еще одна такая щетка нужна. Инструкция для изготовления гипсного аккумулета. Отлично. Вода, гипс. Перемешать. Документики. Че? Что? Так, вода-гипс. Вода-вода-гипс. Вода-гипс. Тул зачем мне? И чем? Так, без кода и комбинации мне не сделать. Хорошо. Так вот, тихо-тихо-тихо. Ладно, она не берется. Думай. Что здесь еще у нас есть? Бум. Что у нас? Отвертка. У нас отвертка есть. Готовенько. А зачем? Что нам здесь нужно? Чаша. Ножовка. Вроде у меня где-то было средство от ржавчины. Было. Помним дело. С помощью нее буду металл резать. Че? Пила. Так ты знаешь, сколько нужно такую пилить? Окей. Вот эта тетка. Ой, принесло. Надо быть осторожнее. Что, в подвал? Погнали. Нам слишком уже темно. Где взять фонарик? Да-да-да, где взять фонарик? Да-да-да, зачем мне мяч? Ложка, хорошо. Канистра воды. Чашка. Глядя. О, вот вода нам. Нам нужен гинс. Гипс, гинс. Для этого мне нужно что? Что мне нужно для этого? Лампа есть, значит, надо зажигать. А чтобы зажечь... А, у нас у меня спички есть. У нас есть спички. У нас теперь есть лампа. У нас есть теперь спуск вниз в подвал. Топор, зайчик, сумочка, череп, оригами, шестеренка. Так, нова, смерть, дед. Носок, ключ, телефон, привидение. Привидение, зайчик, ножницы, что? Что, где, только что мигало.
Так, зашито. Ключик. Сумочка, череп, носок. Порта какая. Ключик, ключик. Тоже берем. О, гипс. Алло, гипс, гипс. Так, печатной машине должна прилагаться бумага. Смерть. А, так это отдельно было. Значит, оригами где-то и шестеренка. Хорошо, шестеренка. Ключ. Так, оригами нашел, сову нашел. Так, сумочка, череп, носок. Череп вижу. Сумочку вижу. Ага. Ага. Еще носок, блять. Где у меня носок искать? Кто-то под... А, тю. Гипсовый порошок. Достижение. Юный исследователь, 3 СПП, так, подряд пройдены меньше, чем за 3 минуты. Гипсик, отлично, теперь мы можем замутить то, что нам нужно. Так, руки нужно защитить от обжогов. А, давайте тогда, я думаю, на этом закончим, в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.